самый сложный поворот на этом острове. Ля Гомера. Сейчас посмотрим, что за поворот. Ну, там, видите, не может выехать. Или заехать не может, или выехать не может. Автобус у нас из Лигонца застрял. Сейчас посмотрим, что сделает наш водитель. Как разберется с этой... Гонзалес там застрял. В принципе, это не такой острый поворот. А, он здесь такой по кругу идет. Не, ну мне кажется, там повыше, покруче были все-таки повороты. Тоже, да, не слабый такой. Наш шофер все получил сразу. Да? Молодец. Не, у нас шофер четкий вообще, молодец. Han har faktiskt åkt de här vägarna måndag, tisdag och idag. Vi ser om han ska göra det imorgon också. Так, едем дальше, друзья. Вот там, видите, машины ждут, то есть движение в данном моменте, в данном участке дороги одностороннее. Находимся на острове Ля Гомера. Тут везде растут эти лавровые листы. Раньше здесь жили куанчи, такие племена, у которых есть особый язык, язык свиста. Вот, пока выключаюсь, буду экономить батарею, смотрите обзор того.